Всем приветик, 11 марта. Собираюсь на работу, выходные закончились. Беру подарок от Лорика, чтобы жизнь была сладкой, развернуть на работе. Это она мне подарила на 8 марта. И сегодня я это дело разверну на работе. Сегодня ровно неделя с того момента, как я начала худеть. Вот четверг был, 4 число, сегодня 11. И мой результат минус 1 килограмм 700 грамм. Я думаю, это нормально, дело движется. Будем продолжать худеть дальше. Вы только посмотрите. Семейная пара в сборе. Вы что тут у меня поселились? Я уже вас узнавать начала. Да. Я вас узнаю. Привет. На глючки. Здорово. Что такое? Что, в других местах нету покушать? Только сюда надо прилетать? Ай-яй-яй, попрошайки вы двое. Что, орел, сидишь, перья чистишь? Сейчас выходила на лоджию насыпать им корма перед работой. Кстати, гулька вон она белая сидит, клюет. И они как разлетелись, этот орел темненький. Залетел в комнату, потом в коридор. Сам испугался, озирается. Даже был не против, чтобы я его поймала. Но потом я его такими вот движениями пугательными немножко подогнала к лоджии. Все, он успокоился, залетел. Коля смеется, я тут с голубями гоняю по квартире. Все, уже собралась, еду на работу. Я тут на днях угорала. У меня тут на днях было видео про то, что к нам приходит один оптовик и постоянно попадает мимо унитаза. Мы уже с Анюткой распечатали объявление. Не можешь писать стоя, писай сидя. Или что такое? Короче, нашли картинку в интернете, как мужик писает стоя, потом перечеркнуто это. Он сидит на унитазе и писает сидя. Короче, подписали такую надпись. Не можешь писать стоя, писай сидя. Вот. И Танюшка, значит, посмотрела это видео и прислала мне свое видео на эту тему. Я просто обхохоталась. Надо вот так. Ты понял? Я понял. Надо вот так. Вот так вот. Не надо. Видели? Вот так вот. Надо вот так вот. А вот так вот. Не надо. Гляньте, что опять. Опять ветер. Опять поземка. У Коли еще две смены, а потом два выходных. И собирается на рыбалку. Давно уже не был, пятки горят. Лишь бы погода наладилась. Сосули выросли еще больше. Гляньте, какие здоровые. И гляньте, как метет. Ну что, открываем подарочек. Так, внутри была вот такая вот коробочка красивая. Пока интрига, пока непонятно что. Открываем дальше. Оба-на! Вот такая вот чашка. Нянянька, какая классная, да? Ой, вообще прелесть. А в чашке? Не просто чашка. В чашке конфетки. Так, ой, и Рафаэлки. И вот, ой, ну чашка обалденная. Вообще. Лорик, спасибо огромное. А что такие? Я не видела даже таких конфеточек. Так, сейчас я, наверное, закипячу чайник и попью чай в новой чашке. А старую свою чашку я, наверное, уберу. Вот она, моя старенькая чашка. Она мне уже порядком надоела. И теперь буду пить я вот с этой вот чашечки. Смотри, какая попробуй-ка она легенькая. Вот, я эту помою, я ее уберу. Попробуй, с какой пила. Да, разница. Да, ну только же тут стакан. А конфетки, что за конфетки? Давай, пробуй. Ты сидишь, там чай налита, попробуй. У меня шоколадка. Ну вот попробуй. Такая схватилась, как будто моя. Слушай, мне нравится. Такая классная, с этими, с маками. Прикинь, маки белые бывают, я ни разу не видела маки белые. Так, я у тебя это можно арендую? Ну, арендуешь, да? Ну. Так, скажешь, отобрали у Ленки. Да, обобрали. На, тебе это надо. Не надо мне. В ассортименте. Я тоже. Кстати, я за неделю, сегодня ровно четверг, как я худею, ну, уже села прямо. Неделя. Кило 700, минус. Вот. Ну, нормально. Вот давай терпеть. Но если за месяц даже 4 недели, 4 килограмма, даже грубо килограмм в неделю, то хорошо. Ну, это килограмм в неделю, это потом будет меньше, по-любому. Ну, поменьше, он да. Будет... Нет, сейчас кило, не, я имею в виду, если сейчас кило 700, пусть дальше будет килограмм, да, ну. Вот а, ну, он, да, потихоньку да. Будет на убывание, но оно будет все равно убывать. Может быть, в меньшем количестве. Вот, так я богатая, это... а, Лорик, спасибо. Классная чашечка, красивенькая, легенькая. А это я помню, на вторую ручку не надоела уже, ну, на самом деле уже все. Сколько я пью. Чашка-то? Да. Слушай, я тебе послала, сейчас видео посмотришь, я угорала, Анька, я просто угорала. Да, сейчас. Это по поводу...
нашего туалета. Ну, я видео показала, что, ну, как бы это ситуация наша на работе. И мне прислали видео на этот счет. Почему нельзя на стену повесить вот это вот видео? При входе сразу открываешь дверь, и над унитазом висит. Нет, вот так. Слушай, ну это похоже, как наш этот делает. Ну. Где тебе? А может ему показать? Обидится еще, если пойдет. Нет, слушай, ну в принципе я могу ему показать. Он такой, ну как бы необидчивый. Ну все, как с гуся вода. Да, ага, пофиг. Да. Тему в тему. Да вот так, а не вот так, вот так. Гляньте, что со стеклом все залеплено. Короче, с этими переметами замело мою машину таким плотным, спрессованным снегом, что сзади, что спереди. Выехать невозможно, с двух сторон по сугробу. И хорошо, ребята не уехали, сначала они меня откапывали. Вот, потом малеха подтолкнули, и я выехала. Такой первый раз за все время зимы, чтобы вот такой плотный снег заковал машину со всех сторон. Снежный плен, но все в порядке, я еду домой. А я где только не была после работы. Сначала заехала на почту. На почте получила вот такие вот наклеечки для ногтей. Что-то долго идут, я не столько заказывала больше, но остальные пока еще в пути. Знаете, какие классные. Вот, потом заехала, зашла уже пешком, машина рядом к папе с мамой. Кое-что там маме на флешку сбросила. Потом папе, оказывается, надо было в поликлинику. Отвезла папу в поликлинику. Потом зашла... А, нет, потом уже приехала сюда во двор. Заехала в магазин. Купила на работу два освежителя по дешевой цене. Вот, потом мыло для рук жидкое, очень удобное мыть руки. Там у нас лежит обычное, ну, все моют вот таким вот. Затем надо помыть стекла, где мы с Анюткой сидим. Аня сказала, что мистер Мускул, хорошее средство, купила его. Ну, естественно, не за свой счет, за счет предприятия. И ребятам чай купила, этого чая им хватит очень надолго, они пьют кофе. Ну, иногда хочется чайку. Вот, купила им чай, на чай скидка 140 рублей, а так он 200 с чем-то стоит. Вот, поэтому ребятам чаек. И потом мама попросила печенюшки. Но она говорит: Лена, наспеки к вторнику печенюшки. Я говорю: да что ты будешь ждать до вторника? Я завтра тебе привезу. Купила яблочки, спеку и печеньки. И завтра после работы ей заброшу. Моська к моське, носик к носику. Ну, что-то вы по-разному стали спать. То отдельно, то вот так вот. Мои лапочки, мои холёски. Ну что же, включается уже вечером. Время 10 час, жду Колю с работы. Сделала маме печенюшки. Сварила язык. Завтра сделаю заливное с языка. Затем перебиралась в шкафу. Что-то выкинуть, что-то в стирку. Короче, перебирала вещи. Смотрела вещи, которые я смогу одеть, когда я немножко похудею. Такие вещи есть. То есть надо до них только дохудеть. Монтировала видео. Короче, занималась такими разными своими делами. И на этом я на сегодня попрощаюсь. Но будет всем пока. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Новый день. Все как обычно. Сегодня у нас 12 марта. Водички попила. Клетчаточкой закусила. Сейчас немножко подожду. С утра у меня кашка. Тоже все как всегда. Вот она моя кашка. На работу положила суп со щавелем. Еще мне на завтра остался. За бортом самолета минус 9. Собираюсь на работу. Ну что, встал, перекрыл дорогу. Теперь выехать он, видите ли, не может. Что за люди? Тут вообще-то разгон надо лени брать. Потому что в горочку надо ехать. Они тут мне баррикады строят из машин. Опа. И все, и хорошо. Вот пойми, куда ему. Направо, налево. Сейчас поворот. Либо направо, либо налево. Мы куда едем? Прямо? А? Будем здание сносить или чего мы будем делать? Ой, спят еще люди на блюде.
Тебе налево, ну надо же. Я уже отработала, Анютка у нас сегодня ушла немножко пораньше. Я уже говорила, что мы сдаем кровь на антитела. Всего было 4 раза, когда брали на антитела за время этой пандемии. И в этот раз, вот 4-й раз, Анютка пошла. А я, представляете, что накосячила? Должна была пойти в среду, 2 дня назад. Записалась, я хотела сдавать на антитела, потому что Саша болела, потому что после этого я не пойми чем болела, потому что Дуняшка могла принести, может быть, я переболела бессимптомно, да, правильно говорю, да, вот, и хотела сдавать, но я вообще, меня отключила, я забыла, что мне надо идти сдавать на антитела, и, значит, чего, записала себя еще раз, то уже записала от имени Коли, потому что ему тоже пришло приглашение на мою почту, а себя уже 2-й раз записать я не могу. Записала от имени Коли, надеюсь, меня примут. Коля был всего лишь 1 раз, 1-й раз, и больше не ходит. Кто ждал, кто мечтал, кто хотел, и ты хотел, и ты хотел. Все хотели. Хотели травки, хотели. Ну, давайте уж вместе, что ли. Давай, Лизка, кусай. Лизулька, не надо злиться, не надо стучать зубами, давай. Давай, все, подходи. Вот, как вкусно. Триша прям пучок в рот. Вот, даже свет вам включила, чтобы вкуснее жевать было. Вкусно вам, да? Приятного аппетита. Кушайте, мои славные. А мы сейчас с вами будем исследовать Тришку. Тришка, можно мы тебя поисследуем? Вот, мне написали подписчики, которые смотрят и любят моих питомцев, мой канал смотрят. Вот, они написали, что что-то им показалось не так в розеточке у Триши с правой стороны. Если смотреть отсюда, розеточка справа здесь. Если смотреть отсюда, розеточка справа здесь. Поэтому мы сейчас все твои розеточки... Передавай привет своим подписчикам, которые тебя любят. Да, будем смотреть розеточки. Мне кажется, просто показалось, потому что Тришка постоянно лазит под сенником, и у него туда чего-нибудь нападывает. Поэтому здесь у нас в этой розеточке все хорошо, только кожица. Можно еще одну розеточку у тебя посмотрим? Можно? Переворачиваемся. Вот. Тут у нас чего? В этой розеточке все хорошо. В этой тоже. Ну и все. Больше у нас тут нет розеточек. Все в порядке. Ну ничего, зато лишний раз Тришу показали. Да, в полной красе. Вот такой он розеточный наш. Такой он чоколап. Такой ляпа, трусишка, Тришка серенький. Скажи, не серенький, я Тришка, я трехцветный. Передавай Еленочке привет, Павловой, которая тебе имя придумала. Вот такое вот Тришка, да. Да, ты Тришка, Еленочка Павлова, приветики. Вот, мы такие Тришечки. А я закипятила язык, сейчас процежу бульончик и сделаю заливное. Поставила куриный бульон, это для Коли. И надо сделать мне для себя овощей. Заливное сделала, это у меня будут ужины. Ужинать я буду с овощами, заливное плюс овощи. И общий вес порции будет все равно 250 грамм. Язык плюс овощи. Овощи готовы. А еще Коля у меня собирается снова на рыбалку. Сегодня он до 10 вечера на работе. И в 4 утра уже хотят ехать. Вот, собрала ему котлетки. Сделала бутерброды. Он любит на рыбалке с сыром, с маслом. Возьмет термос. И больше ничего он не просил. А я хочу сделать что? Ребята мне намекали на работе на блинчики. Масленица подходит к концу. Намекали еще даже раньше, чем масленица началась. Поэтому я решила, сделаем блинчики и завтра отнесу на работу. Все, блины готовы, у меня есть сгущенка, возьму ее завтра тоже на работу, чтобы было вкуснее кушать. И на сегодня уже буду прощаться, всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.